Да, даже вот так можно дистанционно. Привет всем добрым людям, с вами Елена и Максим. И супер прибор, удлинитель. Удлинитель для почтового ящика. Садовая мастерская Кью Гарден, у нас новинка, почтовый ящик. Так, Максим, хорош баловаться, давай как бы представим, что ты пришел за почтой. Пришел за почтой. Подошел, здравствуй, ящик. Что тут у нас? Корреспонденция. А если я, например, почтальон? А если ты почтальон? Я пришел такой, ла-ла-ла, здравствуй, ящик. А потом такой, пришел, ла-ла-ла, здравствуй, ящик. Если тут почта, я... Отлично, отлично. Вот такая птичка. Мы ее будем красить. Я похититель почты. Я пришел такой, ля-ля, а она меня кусь. Это же птица. Это птица, она кусь, клюв. Кусь. Будет клеваться. Ну вот, шутки в сторону. Эту птичку нам заказали с покраской, с отделкой. Мы будем ее, конечно же, красить. Но уже хочется вам показать, что такая возможность существует. Существует возможность и конкретно такой почтовый ящик себе заказать. И, в принципе, можно предложить нам сделать что-то на заказ. Вот такая штучка. Такой почтовый ящик. Ну что ж, друзья мои, показала. Все на этом. Выращивайте сады, украшайте их. Кью Гарден вам в этом поможет. Красивые опоры, красивый декор. И вот даже вот такой функционал. Необычный почтовый ящик. Все, все на этом. Пока-пока. Ага. Открой, я сниму внутри.